Hey, всем привет, друзья, с вами Крис, на канале Crispus Play. И у нас продолжается GTA San Andreas. Она бесконечная, мне кажется, игра. Поэтому, новая серия, без порядки. Начинается сразу здесь. Эй, потише, потише, ну давайте, давайте, задрочили уже нафиг. Чего они смотрят, блядь? Офицеры Эдди Пуласки и Франктон Пенни, сотрудники подразделения по совместной охране порядка, были обвинены в вымогательстве, коррупции, торговле наркотиками и сексуальных вымогательствах. Они сами напросились. Из-за этого недоноска я ферму потерял, и бонг, он спер. Я в убийстве своего коллег Ральфа Пандбелберри, который угрожал дать против них показания, и который был найден застреленным во время случайной, как считалось, разборки банд. Тянет на 20 лет. Да ну, отделаются по 5, копам всегда дают меньше. Угу, так и есть. Свидетели отозвали показания. Кроме того, исчез офицер Джимми Эрнандес. А сам офицер Пуласки, по-видимому, в бегах. Мы же помните, кого-то ёбнули. Кого? Тинпенни, да? Или Пуласки? Погодите-ка, они выходят из зала суда. Этого недостатка Пуласки явно найдут мертвым. Недоноски улик против моего клиента. А, недостаток улик против моего клиента. Так, снят все обвинения. Чего? Полное дерьмо! А, ну, убедился, системе доверять нельзя, чувак. Неожиданное решение совершенно беспрецедентно. Правосудия не существует. Вот-вот, меня кучу раз арестовывали. За абсолютно естественное поведение. Сегодня в Лос-Антос вскипит. А в этом моем районе никто беспорядельничать не будет. Я что-то в этом не уверен, парень. Смотри, весь город встал на уши. Людей это реально задолбало. Люди сами не знают, что хотят. Нас всех используют. Бэч, видишь, парень, всегда одно и то же. Систему власти разлагают всех и каждого. Слушай, я обещал, что мы защитим район. Не для того, чтобы мы латали дела? Я что-то не приебал момент. Я не успел прочесть, так быстро говорить, сука, блядь. А дерьмо, ты реально дерьмовое, чувак. Да, но мы с этим сами разберемся. Врубаешься? Они там вечно устраивают такие посиделочки, такая целая кабашка собирается, целая куча. Езжайте обратно на Гроув Стрит. Да вы затрохали, блядь, меня с этим Гроувом Стрит. Че вы там такого интересного-то забыли? Там ничего, как обычно, нет. Город скипит. В городе, по-моему, все спокойно, да, ничего не происходит. Меня наебали. Наебали просто. А как такая мразь, как ТНП, не может оставаться на свободе? Чтобы я знал, одно из другим не совпало, и вот... Блин, это фигня какая-то, нам нужно самим шлепнуть этого ублюдка, и мы сделаем это. Короче, да, ТНП не надо шлепнуть. Почему-то его оправдали, видишь? Ой, блядь. А полиция вообще насрать, да? Полиция рядом едет, я еще просто похуй. А чё, а как Маккер? А у него есть... Какая проблема? Ну, знаешь, он любит себя потискать. Чё ты хочешь сказать? Что он любит время от времени передернуть? Ага, регулярно. Играет в карманный бильярд? Ага. Тусуется с Машкой кем? Да перестань, душит гуся. Хватит, чувак. С какой Машкой? Я такого чуть не слышал. Про Машку-то я сам отмотаю, посмотрю, когда буду монтировать. Про Машку что-то он нам интересное сказанул. Машкой называть эту штуку? Я не знаю, но это как-то странно. Да? Это как-то не по-пацански. Вот бильярд, понятно, там. В боулингом сбить кеглю, но это понятно. А вот про какой-то там Машка? Ну, не знаю, блядь. Это, видимо, наша какая-то адаптация, да? Адаптальщик? Он про какую-то Машку у него там, башка какая-то Машка. Хуй его знает, надо будет посмотреть. Блин, да ты посмотри вокруг, даже старые вешалки. Ой, нихуя себе, что-то происходит. Взрывает. Я отвлекся. А, полицию взорвали, нихуя себе. Нихуешься. Что-то происходит, что такое вообще, да? Какая-то инсталляция. Фиолетовые долбоебы, вы все. И съебы. Напугало всех, и съебы. Так, мало чего в гетто проблем. Завтра у большинства жителей Централа будут новые телевизоры. Погляди, они какие-то озверевшие все. Они просто херят все, типа ничего хорошего из этого не выйдет. Ну а чё, блядь? Ну а чё? Такая у вас это. Я соберу братанок, и мы закроем все входы и выходы. Если тебе что-нибудь понадобится, звони. Прокачусь по городу и посмотрю, что как. Поосторожней там, Си-Джей. Такое воспитание в Америке. Сразу, если что, начинают грабить, да, вот эти все. BLM акции, сразу там выходят на улицу, протестуют, лишь бы что пограбить, да? И все. Не права отстоять там, не проголосовать, а пограбить. Это у них основное. Вот. Здорово живешь. Так, я никому не позволю загубить этот район, слышь? Никому. Ладно, еще увидимся. Чё, как дела? Мы уже почти взяли район под контроль. Си-Джей, ты серьезный чувак? Да знаю я, чувак, знаю. Я с тех пор, как тебя закрыли, я столько дерьма... Чё ты сделал для себя? Не ради семьи, давай не путать тёплое с мягким, афроамериканец. Слушай, когда ты уже от меня отвянешь? Когда ты прекратишь себя вести, как будто ты мудак? Ты продолжаешь трепаться о том, что дело сделал. Когда Кендалу нужно было купить туфли, я пошел и купил. Так, когда маме нужно было сделать операцию и заработал на деньги, я заработал грабежом. Пока ты прохлаждался в Либерти-Сити, занимаясь своими делами. Целых 5 лет, чувак. А теперь нам для тебя... Что ты быстро говоришь, заебал уже. Слушай, Карел, чувак, мне нужна твоя помощь.
Они Хельп. Вот, слушай, у меня вроде как занят. Семейные дела. Я помог вам, хомбре. Пришла пора и тебе помочь мне и моим корешам. В моем районе тоже бардак. Мы держим этот чертов район на замке. Ладно, что тебе нужно? Пришла пора собрать мою старую банду и разогнать этих торгующих дурь думдаков. Знаю, только сейчас у меня в моем собственном районе куча проблем. И вообще, я это брату обещал. Твой брат лишь хочет, чтобы ты вернул старые долги, Си-Джей. Че? Ладно, я понял, я прикрою тебя. Пойдем танцуем. Короче, с этим договориться не могут, а с этим договорились очень быстро, и везде проблемы надо помогать решать. Окей, ну и в какой район? Мы встретимся с тремя моими ветеранами на станции Unity. Только с тремя? Ладно, я привлеку к этому делу парочку ребят из семьи. Возьми на дело парочку бандитов из семьи Grove Street. А как я должен это сделать? Слышите, блядь, пацаны? Пошли со мной. Давайте со мной. Как вас это завербовать? Пиздора, пиздюки, а? Ну, а что-то как-то да, не с кем. Не с кем, никто не вербуется. Я не знаю, никто не хочет вербоваться. Ладно, хорошо. Садись в машину. Нам нужно куда-то ехать, да? Возьмите. Садись, да, блядь, в машину! Такой он долгий, ёбнуться можно. Подожди, а куда нам ехать? Куда нам показывает? Да нет, нет, мне сюда не надо. Мне типа надо? Это типа наш Grove Street. Мне надо как-то пацанов завербовать, да? В зеленом. Пацаны! Хотите присоединиться? Я просто не врубаюсь. Как мне их завербовать? Они хотят не врубаться. Да не надо не садиться сюда, подожди. Я пытаюсь завербовать кого-то. Как обычно, сложная хуйня началась. Вы будете вербоваться или нет, уёбки, блядь. Не хотят. Взять пацанов и все, пиздец. А как? Как это сделать? Понимаешь? Этого не сделать никак. Кто-то в синем, да, бегает здесь. Наши, не наши, хуй поймешь. Ну не наши, они же зеленым, да? Ты че, охуел? О, он первый начал, я вообще никуда не делал. Все, блядь, пошли в жопу. Надо пацанов забировать. Че, охуел? Кто ты, блядь, такой-то вообще? Ты в моем районе такой хуйней занимаешься. Ты че, блядь? Подожди, блядь, я не понимаю. Я не врубаюсь. Настройки. Как вербовать? Дополнительно. Никто не вербуется. Всем на все насрать. Всем на все насрать. Сменить оружие. People don't respect the games no more. А, вот, все, разобрался, нанять. Хорошо. Правой кнопкой мыши наводишь и типа можно нанять. Нанять. Давай, нанять. Все, пошли, блядь. Машину, блядь, пацаны. Отправляйтесь к ветеранам, которые ждут у вас на станции Unity. Все, видишь как? Правой кнопкой мыши и все, и можно ехать. Так, да нам лучше быть поосторожнее в такое время влипнуть в передрягу на районе Балсов, клевое дело. Черт, Пенни поставил весь централ на колени. Давай нормальную музыку, блять, мы же рэперы, поэтому пусть, ой, мы афроамериканцы, но у нас должна быть черная музыка. В стиле рок. Или попсакань, да? Давай, да, давай. Давай действовать неожиданно, вот так вот. Хуяк, приедем. Все будут думать, что это рэперы едут, а на самом деле это едут, ой, в смысле, рокеры едут. Или там девчонки такие, знаешь, на горячую, слушая какую-нибудь там попсу. А на самом деле это крутые рэперы такие, мужики, блядь, прям в рассвете сил. Ну-ка, нахуй. Зачем сюда вообще приехать? Сука, блядь, а как сюда ехать? Нормально все. Это Ивагос, чувак, да я один из вас, разделаем их на запчасти. Эй, Эр Карналес, что тут происходит, братан?
Цезарь, а ты должен быть Си-Джей. Должно быть Си-Джей. Цезарь, Си-Джей. Цезарь говорит, что ты свой, так что все пучком, братан. Братан. Эй, чтобы добраться до моего дома, надо порваться через этот район. Если будем действовать сообща, то у дурней из Вагоса не будет шансов. Прикрывайте друг друга, победа или смерть. Видите, Hasta la muerte! Какая там Hasta la muerte? Следовать, стоять, удержать. Да мне вообще похер, я сам все сделал. Я особо... Вы мне особо-то нахер не сдались. Вот и все, вот и все, вот и все, вот и все. Ты че, охуел? Перекатывается, ты видел такое сидит? Такое вообще, блядь, перекатывается, вы смотрите к нему. А, хуйшки, все нельзя тебе. Сюда никак нельзя. Ну и сейчас, да их много, да? Ну и все. Где-то еще здесь? Где-то еще здесь есть? А вот где? Хуй знает. Ну ты долбоеб зеленый, я же это сказал. Friendly fire, еба. А где плевать? Ну и вот, все, пожалуйста, че, я ж не надо. Что ты долбоебушка, лезешь под пули. Не надо так лезть под пули. И все будет хорошо. Сука, нихуя сюда их цикнул. Перезарядочка. О, это мои, да? Это эти, голубые. Это голубые. Что я могу с ним сделать? Это же голубые. Голубые. Так, мне уже нормальное оружие. Вот это, мощное, наше, советское. У него даже звук, блядь, взрослый. Не то, что у этой. Па-п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 а. Но здесь нормально все, чё, видишь, как хуярит. Пух-пух-пух, будь здоров. И все, и нормально, блядь, и четко. Проходим вперед. Не стесняемся, блядь. Дай пизды. Не стесняйся. Хорошо, блядь. Четко. Вот четко и красиво. Вот действуй прям. А, любо-дорого посмотреть. Люба. Дорого. Это два женских имени. Дорого. Это такая, ну, типа. Девочка какая-нибудь села. Где любит все богато. Дорого, богато. Вот. Люба и богато. Ну, богато как-то не звучит. Назвали дорого. Дорого. Видишь? Видишь? А? Рубаешься в аллегорию? Вот такая хуйня. Аллегория тоже слово сложное. Я сам не знаю зачастую, что оно значит. Просто иногда говорю красивые слова. И типа, и выглядит все это четко. Видишь? What were you saying? Move out. Вот нахуя мне вербовать? Ты че, охуел? Кого-то, блять. В голубом же должен быть за нас, ты что, охуевший, что ли? Кого-то вербовать, если я сам все делаю. Зачем мне кого-то вербовать, если я сам все прекрасно делаю? Задаю себе вопрос, это уже третий раз. Ответа не могу найти. Я не могу. Это были еще цветочки, а вот теперь мы направляемся в змеиное логово. Теперь будет потруднее. К счастью, у нас в запасе есть небольшой сюрприз, да, Санни? Это же гранатомет, так же за нами национальная гвардия охотиться будет. Посмотри вокруг, Си-Джей, весь город охвачен войной. Так, слушай, я хочу вернуть свой долг. Ну и чё, блядь? Бегуны, блядь! Получили пизды? Бегуны. Бегуны! Получили пизды! Ля-ля-ля. 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 Подвели итоги мы. Подвели итоги мы. Бегуны получили пизды. Ля-л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 я. Ребят, если что, мы здесь. Ходят такие, да? Типа, а чё происходит? Где-то огончик стреляет, да. Ой, что-то я в голову попало. Ой. Какая-то хуйня мне в голову попала. Ну не знаю прям, а что там мне в голову попало? Какая-то хуйня попала в голову, я не знаю, что там, что-то. Ну так у них война, такие тупари такие воюют. Пиздец, кетчуп, повсюду кетчуп! Кетчуп, повсюду кетчуп, кетчуп! Осторожнее, отек, они лезут через стены! Тихо-тихо-тихо, пацаны, я не готов еще. Мои, блядь, напарники такие долбоебы, они меня не прикрывают, не стреляют, нихуя не делают. У них автоматы, они пых-пых-пых-пых. Повсюду автоматы валяются, а у этого, сука, пистолет. Тупарь, да? Просто тупенье. Жесть, по-другому не назовешь. Ты, да возьми ты автомат, блять, вот лежит. Вот еще один, вот еще один. Возьми ебучий автомат. Сука, жалко, что деньги не настоящие. Так бы пособирал, да? Себе и хорошо вообще. Че ты? А нет же, это я. Нихуя. Вы кто, вы охуели, что ли? А че они стреляют по нам? Гранатометом или чем? Оп. Вот так. Покончим с этим нахер! В натуре, чувак, завалим эту шпану! Теперь это район Вагос! Звучит как-то не очень, да?
презентабельно. Багус. Что это я запугал? Что ты делаешь? Look out, fool. Какой он, блядь, крепкий, смотри, да? Ты стоять, блядь, что ты стоишь, ты смотришь на него, стреляй давай. Дурень. Все, ёбнул. Ёбнул, я его ёбнул. Ну а что, мне не стыдно, я тебе отвечаю. Ну такая миссия ёбнутая, чё. Я ёбнул ёбнутую миссию. Ну давай. Чё, последний как шибанёт меня, да? По жопе. Плечо ёбнул. Наверное, не очень приятно. Порядок, это последний. Как там? Хейзер? Нам нужно отвезти его в больницу. Я его отвезу. Сиджи, ты сделал даже больше, чем нужно. Тебе нужно вернуться в Гроу-стрит. На Гроу-стрит. Ладно, эссе, увидимся после того, как все разгребем. Спасибо, Сиджи, удачи тебе, друг мой. Такой, конечно, допер. Нихуя сам не делал, я сделал все сам. И он такой, типа. И он, типа, такой, типа. И он, типа, такой, это, и вся хуйня. Игнорировать, игнорировать, нахуй, 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 нахуй. Игнорировать, игнорировать, игнорировать. Отъебитесь от меня все, пожалуйста. Как мне сюда уехать? Одна полиция, да, катается повсюду? Одна полиция, три машины, блядь, вокруг. Е, телефон звонок. Как дела, брат? Сиджей, я тут поразмыслил. Город, конечно, большой, но не настолько ЖЭК. Кто-нибудь наверняка знает, где скрывается паровоз. Но пока семья с Гроу-стрит на улицах не рулит. Его деньги перевешивают наш авторитет. Чё ты задумал? Надо ударить по Балласам и Вагасам. Нужно нанести удар по каждому из них. Если по-другому никак, то я в деле. Посмотрим, что удастся сделать. Удачи, братан. Вам нужно захватить больше территории банд в районе Лос-Сантоса. Чё, блядь? Куда нам пиздавать сейчас? Ну, опять на букву С? Ну, опять сюда? Ну, опять сюда, чё? А чё, варианты, что ли, есть? Больше районов Вагаса. Лос-Сантоса. Вагаса, Лос-Сантоса. Блядь, чуваки, слушайте. Короче, такая тема. Вы пока тушите свою машинку. Я пока... Да, спасибо большое. У нас там дело срочное, блядь. Дело просто огонь. Насколько оно срочное? Надо вот... Срочно мне туда машину вашу. Извините, пожалуйста. Фу, блядь. Вот это вот. Я именно поэтому. Есть что? Интересно. Сука, потушил, да? Я просто подорвал его к хуям, и все. Я вообще... какая-то тяжело управляемая машина. Просто... Я еще отвлекаюсь на это тушение странное. А зачем? Зачем я это делаю? Не надо отвлекаться, просто пизду, и все. Но мне нравится, знаешь, что в этой игре? Что они сделали? Что если ты включаешь сирену, машины реально расступаются перед тобой. Все в сторону отъезжают. Хотя вот сейчас ни одной машины здесь нет. Но оно и не удивительно, потому что, ну, хули, беспорядки, что им там кататься, да? Получить что-то пиздюлей на ровном месте. Зачем это? Зачем это нужно? Это никому не нужно. Полиция, ты ебанько, что ли? Полиция, вы что, ёбнутые, что ли? Что вы делаете-то? А, я типа разыскиваюсь. За то, что спиздил, да, я? Ну и чё? Нормально. Но вам нужно захватить больше территории банд. Ой. Мужик, блядь, отъебись, я не хотел, что ты хочешь? Едем захватывать сраную территорию банд. Вот сюда. Вот, а видишь, все фиолетовое. Давай захватим. Давай, давай захватим. Теперь у нас получается, все, что будем делать, мы только захватывать сраную территорию. Все. Это пиздилка, да? Ну нет, блядь, полиция, ну ты заебал меня. Я иначе эту миссию не выполню. Вот так. О, это хорошо. Все. Теперь можно... Сучандра, блядь, как отсюда выбраться? Как отсюда выехать? Тига-чика-та. Ну ладно. Где-нибудь выезда будет. Во, вот здесь. This is Assault. This is Assault. Да, блядь, полиция опять. Заебала полиция меня. Я только что снял эту погоню, да, и она опять появилась, мразь. Ты что, долбоеб, что ли? Ты, блядь, горишь весь. Еще, он меня преследует, будучи в огне. Какой ответственный гражданин, да? Такой ответственный служитель закона. Ну, это же странно, это же бред. Это же хуета. Одна полиция. Ну, вы затрахали меня. Полицейские граждане, блядь, отъебитесь, пожалуйста. Ищем звезду. Нам меня скинуть звезду и уже нормально пострелять пацанов. Пострелять по пацанам, пацанов. Интересно, а желтый район я тоже могу отжать себе? Или нет? Наверное, нет.
Во! Нормально вам, пацаны? Катается? Это полиция, сука, блядь. И мотоцикл, и машина. Ой, ёпки, а. О, гандоны. Мне кажется, в этом районе вообще не было. Никогда. Никогда здесь не было. Понимаешь? Нахуй. Нахуй. Я не хочу терять это оружие, идите в жопу. У меня и так мало оружия. Затрохали меня уже. Сука, реально беспорядки. Ощущается прям как будто, знаешь, я откуда-то сбегаю, там все такое, район такие, все такие темные, телек пиздит, видишь, несет телек на руках. Вот такая, типа, угу, как поднос. Хуяча такая с ним. И нормально себя чувствую. Ну, женщина. Я пытаюсь найти какую-нибудь звезду, чтобы снять странную погоню. Мускулатура у меня вообще не осталось, да? Просто доходяга. Видишь, мускулатура у меня упала просто. А ты не видишь, да, из-за моего ебла ты ничего не видишь. У меня просто упала в ноль. Мускулатура. Так. Все, блядь. Он к бабушке пристал. Хули я должен делать? Бабушку спасаю. Бабушку спас. И мне еще надо спасибо за это сказать. Я бабульку спасаю. А они тут это охуевают, да? Ну, такая хуйня. Ну, тут бывает, че. Я-то чё? Это я-то чё? А вот там чё? А я-то... Сука, полиция. Т-1000. На, нахуй. Теперь Т-999. Пиздец, да? Взрывы что-то, блядь, происходит постоянно. Отъебись от меня, блядь. Всё, да? Да выебывался. А что делать-то дальше, я не понимаю. Ну реально, как мне уйти нахуй от этой ебучей погони? Мне надо звезду найти, какие-нибудь звезду. Звезду мне надо, блядь, найти. Звезда, мразь, где ты можешь быть? Потому что иначе мне не выполнить миссию, видишь? Какая хуйня происходит. Миссию не выполнить? Ну это просто пиздец. Просто пиздец, тут пиздилок, и все друг друга пиздят. Полиция вообще друг друга пиздит. Все горят, все в огне. Женщины стреляют по мужчинам. Мужчины, блядь, не понимают, что происходит. Куда делись их женские и мужские права все? Все, полный пиздец. На улице города. Да, до сюда я уж точно не доходил. Когда я играл на этом. О, блядь, надо пожрать. Здоровье восстановить. Вы что, охуели в таком количестве? Отъебитесь от меня, у меня, блядь, жрачка. Все, блядь. Стойте там, ждите, пока я поем. Заебали. Ой, баньку они, да, какие-то все? Давай, так, дроп. Enjoy your do-do-do. Все, блядь. Клакати-клак-клак. Их нахуй. Кукуричу. Кукуричу — это кукурица. Кукурица — это курица. Кукурица. Блядь. Две звезды уже. Две звезды. Блядь, чуваки, заходите, я вас угощаю. За мой счет, блядь. Ну и что, я поел, что ел, что не ел, да? Здоровье вообще, блядь, столько же осталось. Хуёво. Ну ты хуёнька, чё? Какие варианты у меня здесь? Мне тут пизды получить, да, варианты, все. Бронежилет надо купить, вот. Понимаешь? У меня вариантов больше нет. Давай, броник. Давай. 8 давай мне. Побольше, блядь, бронежилет. А все, пиздец, больше не купить. Видишь? Броник, жилетик, штурмовая винтовка. Ну, все, остальное у меня все есть. See you again soon. Coming soon, see you again soon. Вы съездились везде. Да вы заебали, блядь, что стоите, так же раз не преследуете. Ублюдки, я купил себе бронежилет, сразу нахуй все здоровье отняли. Пидоры, ну реально, блядь. Как еще назвать? Только пидорами их не назвать. О, купить. Четко, блядь. В сложные времена, видишь, что делаю? Приобретаю недвижимость, чтобы жопу сохранить. Блять. Все, переночевать можно и все. А где сохранить жопу-то можно? В туалете. Жопу можно в туалете сохранить. И не ебет. Подтвердись. Ой, блядь, я надеюсь. Меня не будет сейчас пиздить? Звездочек нет? Заебись, четко, блядь. Вот этот вариант. Ну а че, блядь? Какие еще варианты у меня были? Только такой был вариант. Я купил дом себе, да? В каком-то опасном районе. У этих балосов. Вот мне его надо отжать. Где вы все фиолетовые пидоры? А где они все? Блять! Ебанутый что ли? Что это было-то вообще? Нихуя себе, ты видел, что произошло? Я повернул ебальник свой налево. И мне сразу, блядь, мусоровоз меня попытался затаранить. Это же ненормально. Это же. Что с этим мусоровозом происходит? Вы чего, блядь, там все? С ума посходили. Граждане. Это же хуйня то, что вы предлагаете мне.
Это неправильно. Это опасно. Ты полицейский или кто? Иди нахуй отсюда, если что. Заранее тебе просто говорю. Это точно враги. Это не полицейские, не хуяшеньки. Ни сколечко это не полицейские. Мы... Просто я перемещаюсь кувырками. Вот так, если что. Потому что я... Надо смотреть на карту. Вот где они побегут? Слева, снизу, сверху, сзади. А, они где-то побегут, потому что это их район. Видишь, я же отжимаю район специально. Сказали, отжимай район, я отжимаю. Я очень послушный. Очень послушный исполнительный сотрудник. Местного Гроу-стрит. Ну это пиздец. Мне кажется, меня ёбнут. Мне надо здоровье, а мне его не дают. И меня ёбнут 100%. Надо куда-то переедать. Чтобы в спину не стреляли. Вот так сюда какой-нибудь. Да? Сучандр, только попробуйте сзади появиться. Только, блядь, попробуйте. Во, вот так. Бегут. Вот они отсюда, сука, блядь. Вот они откуда могут стрелять. Они могут с этого, точно. Ёбаный рот. Но это опасно. Это опасное место. Куда я пришел? Это очень опасное место. Давай, появляйся, гандон. Я же вижу, что ты здесь. Где-то. Вот ты. Я видел твою ебало. Покажи его сюда. Покажи свою ебу. Ну, блядь, слышишь, как мое здоровье? Его нихуя нет. Его вообще не осталось. Он откуда стреляет? Вот, вы отразили вторую волну. Отлично, вот еще осталась одна. Вот, вот, блядь, идеальное место. Вот здесь меня точно не ебнут. Я уверен. Следующая пуля, я прям в башку зеленую, да? Как ебанет, и прям будет обида. Жопа будет прям гореть от расстройства. Так, хорошо. Вот так. Во, точно. Сейчас появится. Ну давайте, блядь. У меня просто здоровья нет нихуя. Я не хочу рисковать. Выходи, мразь. Я же... Вот, четко. Четко. Четко, 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 четко. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай, давай, появляйся, ублюдок. Я знаю, ты здесь. Ты хочешь этого. Оп. Видишь, как перезарядился. Я почти неуязвим здесь. Почти неуязвим. А что они сделают, да? Ну, только если как-то через... Только как-то если через окно как-нибудь они там залезут, сзади обойдут. Ну, а так-то все, блин. Видишь, и все, блин. Да, блядь! Выкатился хуй знает куда. Пиздец мне здоровье, да, осталось? Один остался, один на один. И третья волна будет. Я надеюсь, это поможет мне? Уёбок. Давай, блядь, вылезай. Ну что там застрял-то? Пидор. Оп, гандон, да, блядь? Так стал? И мне с ним ходить. А, ну все, блядь, это район нож. Четко, блядь. Мне бы еще еды какой-нибудь где-нибудь найти, да? Было бы хорошо. А без еды это пиздец хуевенько. Район-то мой. И... А, он сказал несколько районов себе завоевать, да? Так получается? Это что? А что бы не было? А, броник. Возьмем себе бронежилет. Ну а что, блядь? Ну а что, блядь? Будем действовать жестко. Защита тела, да? Хорошо, блядь. Ба, я покупаю. Сразу можно будет два. Дай мне два, ну, пожалуйста, сука, нет. Не дает два. Он говорит, пошел нахер, говнюк собачий. Пиздюк, иди отсюда. А и все, а у меня вариантов не остается. Приходится подчиниться. Пиздавать. Так. Надо еще один район завоевать. Он сказал, несколько районов себе забрать. А какие? Какие? Вот у меня зелененькие, да? Ну, хуй с ним, закроем тогда этот район еще. Странно, конечно, все это. Но это очень странно все. Блять, мне бы курочки где-нибудь пожрать. Хуяй, да, бабу? Где, кто, куда, кого, блядь? Не разобрать. Где фиолетовые-то все? Балосы. Вы где все, пидоры? Какая-то пизделка, да? На наш район напали. Бежим завоевывать наш район. Бежим отбивать его. Вот он, видишь, соседний район. Блядь, ну это просто пиздец. Все везде горит. Все такое легко воспламеняемое. Везде такой пиздец. Полицию пиздят. Просто нещадно. Жопа. Просто жопа. Жопа. Да, я не знал. Я даже не предполагал, что этим закончится эта игра.
Я так думаю. Я думаю, она же закончится когда-нибудь. Вот именно такая концовка должна быть, но я не знал. Блять, я вообще даже не мог. Ни секунды не было сомнения, что она закончится чем-то, но явно не такой пизделовкой. Все на всех. Да? Но беги ты, блядь, быстрее. У меня. Ну, сука, у меня мускулатуры нету. Вот там лица, у тебя нет мускулатуры. Все, пиздец. У тебя осталась мускулатура вот столько, вот совсем чуть-чуть. Я ж не качаю его. Просто некоторые раскачивают, знаешь, прям такой шкаф бегает. Ну, мне кажется, это неудобно с такими объемами мышц бегать. Нахуя? Ну, типа, смысл какой в этом? Я не знаю. Вот, блядь, вам пизда вся пришла. Вот так. На наш район напали, выходи. На наш район напали, блядь, дубоебы. Я же вам пизды за это дам. Во, блядь, здоровье. Четко, вот это нормально. Вот это заебок. Наш район. Пошли нахуй. Ну а где, блядь, как мне завоевать соседний район? Сказали, завоюй район. А, все, знаешь что? Мы же сделали то, что хотели. Теперь можно сюда. Подожди. Вот, вернуться вот сюда. Че, вот все, все правильно. Вот сюда возвращаемся. Ну. Теперь можно миссию, да, взять? Нам же говорили, что сначала завоюй, что-то завоюй. Сука, блядь. Вам нужно заходить больше территорий. В районе Лос-Сантос. А Лос-Сантос, я правильно понимаю, что это вот это вот. Вот это вот хуйня, это Лос-Сантос. Блядь, я-то уже обрадовался. Ну видишь как? Вся серия будет о том, как я ебучий район захватывал. Ну ладно. Осталось найти этих долбоебов, распиздяев фиолетовых. И не попасться полиции, потому что я умею. Либо одну хуйню, либо другую, либо две сразу. Такие, да и похуй, пусть горит. Мне что попробовать потушить, да, машину? Где все фиолетовые уёбки, блядь? А, вот. Пиздец просто, да? Видел, что творит? Он просто вышел из машины и ёбнул полицейского. Ебанутый, да, такой? Просто ёбнутый. Где еще фиолетовое чмо? Фиолетовое чмо! Где вы все? Ваше... А, во. Вот. Вот так нормально уже. Вот так четко. Полиция. Полиция, сука, может быть ты как-то вот включишься в процесс-то, нет? Сука, только машины их жгут и все, долбоебы. Вообще никак не включаются в процесс. Вообще, блядь. Ну иди ты. Хуя. Ну а хуй. Так, эти мирных граждан я не трогаю, я же не отморозок. Я же не отморозок, да. Сказал я, убиваю там 15 человек за минуту. Ты чё, охуел? Да быстрее ты, блядь. Да ёб твою мать, ну почему? Почему, блядь? Да вы... Пиздец, блядь. Это бесит. Это жесть просто какая-то, это раздражает. Ой, блядь. Ну какая-то хуйня. Просто, блядь, проебать такой нормальный автомат. Еще так много там было патрошечек, да, у меня. Как я умудряюсь каждый раз это сделать? Как я умудряюсь это сделать каждый раз? Мне просто, сука, не хватает иногда зла, блядь, чтобы высказаться по поводу такой несправедливости. Я же, видите, старался. И настарался, блядь, на то, что нихуя не получилось. Обидненько. Вот там фиолетовое, оружие нет. Есть кулак? Кулак ярости, блядь. Ну что я, коньку есть? Это для скейтов, да, тема? Красиво, блядь. Только хуй покатаешься на ней. Да? Не покатаешься на ней никогда в жизни. Да, блядь. Да. Ладно, хорошо. О, спасибо, пацаны. Я как раз собирался этих уёбков сбить и забрать их оружие. Зеленый, блядь. Съебал нахуй. За мной сейчас будут все гоняться. Все будут за мной гоняться. Блять. Это я так себе оружие добываю, если что. Если что, я так добываю себе оружие. Да выходи ты, блять, с машины своей. Все, всех наебашу. Дайте мне оружие. Там должно быть какое-то оружие, хоть что-нибудь остаться. Должно быть после кого-нибудь. Во, есть палки. Палка и пистолет. О, заебись. Все пиздец, везде, брат, пиздых. Тудых, сюдых, пиздых. Я не хочу его пиздить, а только хуже будет.
Начинаешь давать им пизды, только хуже получается. Понимаешь? Балосы, давайте. Пиздите. А нет, не балосы, это наши. Зеленые. Во, блядь. Правильно. Вот этот район надо еще захватить. Фиолетовый. Таки-баки-бам-бау, яу-яу-ям-бау, яки-шики-дам-бау. Чиги-дым-диги-диги-диги-дам-бау. А где здесь фиолетовый? Нету их никого. Нет никого. Почему? Почему ты, блядь, загорелась машина, мразь? Все же нормально было. Все было по-пацански, все хорошо. Нет же, сука, мразь, загорелась и пиздец. И все, блядь, приходится бегать, долбоеб. Туда-сюда. Ладно, пойдем в другой район. Есть фиолетовые, их просто целая куча из фиолетовых районов. Но, видишь, я не знаю, сколько их надо завоевать. Да, тысяча, иди к нам. Надо где-нибудь еще купить себе недвижимость, да? А, вот, зеленый дом. Каждый раз покупать себе недвижимость, есть вариант сразу скинуть в погоню. Заебись. Так и будем делать? А что нет? Все скупим подряд. Красиво. Все, видишь? Лайфхак, хули. Ну, только, блядь, лайфхак не в том, что купить надо, еще зайти и сохраниться, переночевать. Купить себе пиццы немножечко, лимонад какой-нибудь сраненький. Ночь провести. Можно же без женщины, можно с женщиной, не важно. И все, и никого видишь, и все четенько. Никакой погони нет. Лайфхак. Ой, еще эмотик подогнали. Спасибо, пацаны. Это вот это четко, вот это будет красиво, вот это вы могете. Где фиолетовый бал? Блять, одна полиция повсюду. Куда ни сунься, везде получаешь пизды. Это же неправильно. Да, доп задание. Вот сейчас. Возьми себе доп задание. Когда у меня другие обязанности, какие нахуй доп задания? Вы что, совсем что ли, дураки? Мне надо просто наебашить фиолетовых. Я не могу их найти просто, видишь? Они все попрятались. Секуны. На секуны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, бегают уёбки. Бегают уёбки. Все? О, блядь. А вы кто? О, идите нахуй. Вы фиолетовые. Бам-бам-бам-бам. Первый такой боевой, а второй контрольный. Все четко. Охуенно, да, попал? Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Давай с тобой что-то там попоем. Да? Заебись? Нравится? Как я пою? Нравится? А? Зецма! Чего зецма? Зецма! На оружие, да, нормально снимем. Нормальное оружие возьмем. Где вы все? А, вот бегут. Бегут. Блять, они боевые ребята. Смотри, сколько жизни отняли, суки. Здесь аккуратно. Вот здесь еще один должен быть. Нет? Быстренько к оружию. Оружие, в смысле, к жизням. Мне нужен броник, ёбки. Дать? О, броник вот есть. Хорошо, блять. Бронежилетик, это полезное дело. Бронежилет, это всегда заебок. Ой, бежит толпа. Нахуй сюда. Давайте, в ряд выстраивайтесь, чтобы не было удобнее, пацаны. Ну, блядь, вы что, охуели? Где тут ряд-то? Я вообще... Вы знаете, что такое ряд вообще, нет? Они не знают, что такое ряд. Они просто охуели. Он еще с калаша охуещет. Блядь, совсем охуели. Да вы что, охуели? Вы здесь бронежилет, блядь, попортили, пидоры. О, еще есть. Побежали. Дождь сейчас, заебись. Огонь нам не страшен, нихуя не страшен. О, это четко. И дебилы, блядь, куда вы все убежали? Мне за вами бегать, что ли? Ваш район или мой? Вам же его охранять, пидорас. Ну и что, последний остался, да? Все, заебись. Это мой район или нет? Затрахли уже. Где вы все пиздюки, пиздюки, блядь? Ой, еще и полицию ебнули. Ой, блин, это вообще хуево. Звезда, ну так и знал, так я и знал. Блять, где мой дом? Мне надо бежать. Я... Они ебнули или я, так и не понял. Не, ну это пиздец, хуево. Это хуево. Я его отбил, да, по-моему, себе этот район? Где мой дом? Где дом? Где сохраниться можно? Вот, вот сюда.
Надо каждый раз, чтобы от тебя отстали, пиздец, сложная миссия. Это даже не миссия, это просто, типа, отвою себе все районы, которые здесь есть. Пиздец. И каждый раз, когда начнется войнушка, тебя начинают пиздить. И чтобы это, от этого хоть как-то избавиться, избежать этого, надо каждый раз вот такой хуйней заниматься, как, блядь, бежать домой и сохраняться. Я в домике, все, буквально, блядь, я в домике. Иначе тебя трогать нельзя. Блядь, пацаны. Что вы делаете на нашей зеленой территории, уёбки? Они что-то делают на нашей зеленой территории, они уёбки, это нечестно. Так нечестно. Вот прям лаги мне, иди ты в жопу. Мне никак не закончить эту сраную миссию. Понимаешь? Мне эту сраную миссию не закончить. Вот это хуйня, блядь. Вот это пиздец. Вот это сраная миссия. Просто жопа. Жопа рвется от нее. Странно, что мне дома нечего пожрать, чтобы здоровье попасть. Что это за дом такой, где нечего пожрать? Вот ты приходишь себе домой, где есть что пожрать? Ну, это у тебя нормальный дом. У меня такая получается хуйня, что не пожрать. Блять, сколько можно завоюют сраные районы? Где, ну, есть на районы? Вот прям вот это соседи надо, вот это ебануть, раз, два. И все, и будет нормально. Поем в соседний район. В соседний район. Я почти тот завоевал, если бы не странный полицейский, блядь, гандон, попавшийся под руку. Было бы все хорошо. Блять, я не понимаю. Вот, вот они, уебки. Вам пизда. Из-за вас, гандон, у меня просто эта миссия ебучая не проходится. Ну хули там, блядь, расстроился, стоит такой. Ебусит, чешет. Давайте. Нападайте, блядь, гандоны. Блядь, это красиво, да? Вот эта картина, вот этот сюр. Просто подъехала горящая машина, взорвалась, хуем. Ну и где фиолетовые все? Ну я же говорю, фиолетовых распиздорасил здесь. Где, блядь, вы их подмога, все друзья? Нет никого. Эй-ка, Яника. Фаляник. Эй-ка, Яника. Да уж. Да ты чё, охуел, что ли, блядь? Ты чё, не видишь, когда, блядь, едешь? Я стою, стреляю, блядь, он... Сука. Жратвы. Мне надо жратвы. Пожрать надо. Сначала сбила, блядь, пожарная машина, ебанутая, блядь. Потом этот долбоёб, полную пачку этих пуль настреляли. Ну, блядь. Обидно же. Клак-клак, их нахуй. Клак-клак, блядь. Клак-клак. Сейчас тебе... Клак-клак-клак-клак-клак-клак-клак-клак. Сейчас мне сам пойдёшь, сука, район отвоевывать. Хватит жрать уже, давай, пиздуй. Там нас ждут плохие ребята. Что с ними делать, я не понимаю. О, бегу. Сесть, блядь. Ну какого ты, блядь, такой боевой? Какого хера такой боевой? Ну пиздечил мне, блядь, будь здоров. Ну ты же нечестно, блядь. Быть таким боевым, ёбок. Ты должен быть таким каким-то слабеньким таким NPC-шечкой. А ты гандон, блядь. Ты прям хуячик, будь здоров. Мне даже страшно стало. Как-то стало... Сука, не попасть. Как-то стрёмненько стало. Давайте еще одну волну. Я не боюсь. Я не боюсь, та-та-ра-ра, что наступит грусть, ля-ля-ля-ля, что пуль не будет у меня достаточно в моем рожке. Но я не боюсь, блять, а вот боюсь. А вот по жопе-то прилетел прям после что. Ёпта у нас. Сука, курочка! Да, блять, курочка! Ебучий случай, я не успел к ней, ёпт твою мать, со всех сторон охуячий. Ну меня заебало это, блять, непрохождимое уёбище. Непроходимое, блядь, уёбище. Как можно это пройти? Блядь, заебало. Ну просто, сука, сильно. Слышишь, что происходит? Чё, охуел, блядь? Люди, бежать. По жопе дам. Испариться не может, я тебе сам дам. Во, блядь. Да вы затрахали меня, я, блядь. Да не в горящую машину. Я на стороне закона. Ребят, блядь, я на вашей стороне. Чё, как они доебались? Ну это невозможно пройти, просто это сраный уровень, хуй ты пройдешь. Полиция, иди нахуй, за тебя, блядь, одни проблемы. Ты нихуя сам не можешь сделать, полицейский называется. Еще и это, все мешаешься, гандон, блядь. Ну а как его еще назвать? Ну разве не гандон, блядь? Полнейший гандон, блядь. Полнейший гандон. Пиздец, здоровья нет, нихуя нет.
Ну и еще и скорая преследует. Ой, полицейский. Это полная хуета. То, что здесь происходит, это хуета. Это сложно, это не пройти одному. Мне нужно, знаешь, я понял, что мне надо. Мне надо сейчас просто тупо завербовать все пацанов. И с ними хуячить. Иначе это пиздец. Хуюшки пройдешь. Не-не-не-не, это все валяется. Да, вообще насрать на себя, да? Никто его не заберет, ничего с ним не сделает. Сейчас сохраняемся. Мы, как обычно, да? Сохраняемся, чтобы этот. Да, блядь! Давай!